Завтра в Минске стартует одно из главных спортивных событий лета – финал Кубка мира по современному пятиборью. И сегодня в Национальном олимпийском комитете состоялась официальная пресс-конференция, посвященная этому событию. В общении с журналистами принял участие президент Международного союза современного пятиборья, а также председатель Белорусской федерации. Мы постоянно участвуем в работе исполнительных органов Международного союза пятиборья в конгрессах. И это дало нам серьезную такую базу. Напомним, что в этом престижном турнире примут участие 72 наиболее результативных пятиборца планеты, в том числе четверо белорусских спортсменов. Свое право бороться за медали турнира атлеты завоевывали на протяжении всего соревновательного сезона. Участники финалов среди мужчин и женщин будут бороться не только за медали, но и за две личные лицензии на Олимпийские игры в Рио. Турнир пройдет с 11 по 14 июня на базе двух спортивных площадок страны – Белорусского государственного университета физкультуры, а также в Республиканском центре олимпийской подготовки по конному спорту «Ратомка». Это особенно важный момент с точки зрения спортивных событий в нынешнем году. Я уже в третий раз в Беларуси и каждый раз впечатлен уровнем проводимых здесь турниров. И каждый раз остаюсь приятно поражен вашим гостеприимством. Мы без каких-либо раздумий доверили Беларуси финал Кубка мира, потому что были уверены, что все будет организовано на самом высоком уровне. Сейчас мы закладываем перспективу. Это можно сравнить с маленьким деревом, когда его посадили. Но потом оно пускает корни глубже и крепнет.